«Зоопатруль» – уникальный проект телеканала «Самара ГИС» и ветеринарного центра «Флагман Вет». Мы его завели в подъезд, он в подъезде пришел, в подъезде лежал у нас, вот. А потом вот ребята приехали. Съемочная группа вместе с зоозащитниками выезжает туда, где бездомным животным требуется помощь. Ему предстоит операция по ампутации, потому что оставлять такие культи ни в коем случае нельзя. Мы расскажем о том, как важно успеть вовремя помочь животному с возникшим воспалением. Ее история закончилась так именно благодаря тому, что помощь была оказана экстренно. Следующий выпуск 28 мая в 19:30.